Еще на этом чемпионате Европы мы с вами узнали, что грузинское фигурное катание – это не только Элени Гидованишвили и братья Кинчадзе, выступающие за разные сборные. В Москве вырос. Смотрите, в какого красавца. Морис Квиталашвили. И раскрепостился, выступая под новым флагом за свою историческую родину. Шестое место в соревнованиях мужчин. Для дебюта блестяще. Ну что, блестяще не только для чемпионата Европы, но и блестяще для окончания первого отделения. Согласитесь, неплохо. Человек на шестом месте и закрывает половину концерта. Морис Квиталашвили, а ведь он еще будет прогрессировать. Стабильности бы добавить, хотя на этом чемпионате, по-моему, ни единой претензии к Морису быть просто не может. Результат отменный, прокаты практически феноменальные. Ну и еще один фигурист из-под крыла. Отечественного фигурного катания и нашей школы.